Всем привет! Привет, ребята! Вы на канале! Ну что, становимся ближе к молодежи. Карантин такие меры, что вот контент будет такой. Это собака твоя? Да. Как ее зовут? Лаки. Лаки. Познакомьтесь, это Олеся. Скажи привет. Привет. Расскажи о себе чуть-чуть. Меня зовут Олеся, я во втором классе, мне 8 лет, 23 апреля день рождения. Мы будем делать слаймы, Олеся сейчас расскажет, что это такое и для чего они нужны. И параллельно поговорим про ситуацию в мире, обсудим какие-то новости. Как видит ребенок 8 лет, много того, что происходит сейчас, а сейчас происходит очень много. Но для начала, Олеся, расскажи, что мы будем делать. А у нас есть ингредиенты для слаймов. Слайм — это такие тянучки и антистресс. У нас тут клей, ингредиенты всякие, ну т.д. Короче, мы будем сейчас с закрытыми глазами выбирать вот бутылочки, кто будет, клей и всякие ингредиенты. Закрытыми глазами? Да. Кто-то будет следить, мы закрыли или нет. Пока что клей убираем. И давай я сейчас буду выбирать первое, а мы будем по очереди раундом выбирать. Ты мне должен перемешать, а я должна закрывать. Все. Это. Так. Yes! Это мой, значит, тебе остается этот. Так, хорошо. Мы будем в этой баночке делать слайм. Ты пока что ее положи вот туда. Кстати, мы с Олесей покрасили волосы вчера. Вот так мы весело проводим карантин. Так, у меня уже чуть смылись. А потом у меня нет! Не смылись. Розовые волосы. Конечно, у нас теперь. Потому что мы кто? Потому что мы кто? Крутые. Это у нас клей. Закрывай глаза. Так. Закрывай. Так, я перемешиваю клей. Ты как самый, человек, которому... Тебе коронавирус сейчас не страшен. Не, вообще нифига. Не страшен? Ты не боишься вообще коронавируса сейчас? Не, вообще нифига. И правильно. Расскажи, что ты вообще думаешь про коронавирус? Я думаю, то, что мы все умрем. Сейчас мы будем сначала наливать я или гель для душа, или зубную пасту. Ой, правильно ли делают люди, которые идут гулять сейчас и... Нет. Почему? Потому что опасно. А что опасно? Они могут заразиться. И могут заразиться? В больницу и может их изолировать. Изолировать — это поставить на карантин на очень много. А самое главное, знаешь что? Что они могут других заразить. Да. Они могут же не знать, что они заболели. Да. Давай, пап, короче, второй раунд, смотри. То есть я закрываю глаза еще раз, то есть... Тихо, потом не суть. Ты. Да. Ну, просто добавим потом активатора, сейчас тоже тебе останется, давай. Ты знаешь, что такое Путин? Владимир Владимирович Путин. Это президент. Ты знаешь, сколько он уже в стране управляет? 20 лет, представляешь? 20 лет. А ему лет. Сколько? Ему вообще уже почти 60. Или даже 70 почти. Вообще. Представляешь, как он стал? А выглядит он как молодой. Как ты думаешь, должны молодые или старые управлять страной? А у нас никого не назначают. У нас один президент 20 лет уже, представляешь? Он не уходит, вообще не уходит. Прикинь. Ну, моей бабушке 70, она тоже не хочет. Фу, я не хочу брать это в руки. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Слаймером. Да, у меня вообще... ты сейчас... Вот смотри, у тебя все капает. Олесь, у тебя все капает. Конечно, у тебя все капает. Так ты вот здесь, вот над этой штучкой. О, ты забрала мой слайм. Нет, и добавила в свой отстойный. Тебе нравится кто-то в школе из мальчиков? Мальчики отстой, кроме... Есть парень! У тебя есть парень? И кто твой парень? Не буду говорить, он сейчас с тобой будет смотреть, он снова взорвет. Кирилл! Расскажи, а что такое любовь? Любовь — это романтика. Это насыщенно. Что любовь? Любовь — это романтика. Романтика? Это насыщенность. Это твой вкус парня. Дикий, опасный, романтический, элегантный. Волчищий. Ой, слайм стал лучше. Нет, он стал серьезно лучше, посмотри. Вот, он стал тянуться. Кто ненавидит коронавирус, ставьте лайк. А кто любит, подписка. Вот это вот флипы. Это трюки. Да? Типа. Какая твоя любимая компьютерная игра? Sims 4. Sims 4? Да. Что там у тебя в Sims 4? Sims 4, я там... У нас папа старый. Меня создали, я там старый? Нет, тебя создали, ты был молодым. Ты стал старый. Мы тебя перестановили на молодым. А потом ты опять стал старым. Мы тебя не можем перестановить на молодым. Значит, ты умрешь потом будешь и будешь духом. Но духи могут там звонить. Да? Да.
Нормально, значит? Да, нормально. А какие качества больше всего ты любишь в людях? Не знаю. Ну, какие люди тебе нравятся? Мне нравятся люди вежливые, дикие. Дикие? Типа... Ну, такие вот брутальные. Брутальные? Это какие? Ну, типа такие вот крутые. Крутые тебе нравятся? Да, мне нравятся пацаны крутые. Крутые пацаны? А как они выглядят, крутые пацаны? Очки. Мальчик может любить только девочку? Или девочка только мальчика? Как ты думаешь? Можно жениться в Европе на девочке и девочке. Если вы лучше подружки, а мальчиков не любите. А если мальчик не любит девочек, может пожениться на лучшем друге тоже. А как думаешь, это хорошо? Ну, прикольно, кстати. Все, перемешал. Да? Угу. Кто такие? Стендап — это комики, которые шутят все время, говорят, они говорят анекдоты, а зрители ржут. Чем был наполнен твой день до того, как случился карантин? Да. Я ходила на театральный, на укулеле, на спортзал, на английский. Мой слайм получился вот такой. И мой слайм такой, ребят, пишите в комментариях, чей слайм лучше. Папа, потяни. Все? Вот потяни. Пишите в комментариях. Давайте флип научу. Ставьте лайки. Я тебя флипу научу делать. Вот, флип. О, господи. Да. Потому что я же говорю, зачем тебе так много. О, пап, давай еще тебе эти добавим штучки чуть-чуть. Ну все, у нас получились вот такие. У нас такие слаймы были. Получились такие слаймы. Это была Олеся. Пока.